Как мы знаем, самые известные диджеи играют транс. Ведь это именно то направление, которым мы могли насладиться сегодня, здесь и сейчас. Что такое транс, выясняла Рейн. Скажите, а что за музыка играет сейчас? Насколько я не ошибаюсь, по-моему, транс. Транс, обещали транс, транс и играет. Ну, к транс-музыке как бы мы относимся позитивно. На самом деле, вот, транс-музыка вообще представляет себя, это музыка, которая объединяет людей, вот, музыка для большой арены, как сказать, музыка позитива всегда, музыка, как бы я сказал, музыка любви бы больше, я бы как бы сказал, то есть, люди все танцуют, тянут руки к танцполу, к лазеру, то есть, ну, все великолепно, все позитивно. Мало людей, очень мало людей для такой музыки, очень мало. Очень мало народу, мадам. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? Russian Robotics просто супер! Отлично!